Сейчас вот, видите, полная смотка. На трубке нету нитки. Сейчас посмотрим. Оп! Нифига себе она дернула. Нифига себе. Прямо из рук сейчас забрала. Ребята, всем привет. Сегодня очередная рыбалка на жерлице. Оставила жерлице на ночь на водоеме. Ночью была сильная метель. Очень сильная. Сейчас я вам покажу. Пришел, есть три сработки. Давайте сейчас посмотрим. Вот раз сработка здесь. И сразу же здесь вот рядом сработка. Так, вот флажок торчит. Жерлицу, короче, накрыло снегом. Только один флажок торчит. И еще есть одна сработка вот здесь. Сейчас я вам покажу. Так. Вот она. Сейчас, в общем, будем проверять вот эти три сработки с ночи. Посмотрим, может, какая-то щука попалась. Я вот почему-то уверен, что здесь замерзла лунка. Потому что я много снега насыпал, а сильная метель была, вот сильный ветер. И весь снег сдуло, короче, жерлиц. Поэтому думаю, то, что здесь замерзла лунка, надо будет сейчас отдалбливать. Сейчас посмотрим. Так, да, замерзла лунка. Сейчас перчатки одену и отдолбить надо будет. Порывы были до 22 метров в секунду. Очень сильный ветер был. Поэтому снега вообще не осталось. А, нормально, не сильно замерзла. Несмотря на то, что снег сдуло с жерлиц, не сильно замерзла, нормально. В этом плане повезло. Так, ну ладно, сейчас выберем. Посмотрим, может, там еще щука. Так, надо расширить немного ее, чтобы, если рыба будет, чтобы пролезла. Надеюсь на то, что она хорошо заглотила. Ну, столько времени стояла, должна была заглотить уж хорошо. Так. Ничего нету, ничего не чувствую. Что-то слабо идет. Живец на месте. Живец на месте. Нетронутый. Немного травы на нем есть. Просто щука дернула и убежала, короче, бросила его. Вот такая вот первая сработка с ночи. Холостая. Никто не попался. Так, ну ладно, сейчас еще другие две сработки проверим. Может, там что-то есть. Так, вот здесь вообще жерлицу всю накрыло полностью. С головой, можно сказать. Жерлицы. Только один флажок торчит. Леску сейчас посмотрим. Леска есть? Не всю смотала. Если это вообще щука была. Здесь хорошо накрыло, может, и не замерзло сильно. Сейчас посмотрим. Так. Леска немного смотана, но не сильно. Да, здесь шуговкой даже можно отбить. Не сильно замерзло. По бокам только. Сейчас вот першней отобью, чтобы пошире было. Да, вот так вот. Вот так нормально. Сейчас посмотрим. И погода наладилась сейчас. Ветер стих. Туда это вообще буранило. Сейчас посмотрим, там еще щука нет. Что-то немножко куда-то зацепилось и вышло. Видимо, этот в траве был, что ли, крючок. Но не рыба была, это просто какой-то зацеп был. Куда-то вот трава из лунки лезет.
Откуда она взялась, непонятно. Может, рыба там что-то чудила, ходила. Так. Ага. Вот на этой сработке, короче, тройник стоит. Флюрокарбоновый поводок. Следов зубов нету на флюрокарбоне. И живца нету. Стащила живца, короче, и смоталась. Одна трава только с лунки вылезла. Так, ну что, ребята, давайте проверим еще одну сработку. Третью уже. Посмотрим, что здесь. Посмотрим сейчас. Вскрытие покажет. Так, здесь не сильно замерзло, но надо долбить, чтобы, если рыба есть, чтобы прошла через лунку. Да, здесь не сильно замерзло. Там еще зубастый, нет? И сразу же зацеп куда-то. Куда-то зацеп был. Не проходит. Не выходит. Что-то такое глухой зацеп, прям не знаю. Вот. Наверное, сейчас на пролом надо тянуть и рвать. Потому что вообще не проходит. Вот сейчас что-то сдвинулось с места. Сдвинулось. Идет вроде. Ага, тащу что-то. Что-то тащу. О, трава. И рыба есть, по ходу дела, с травой вместе. Вот она. Есть. Смотрите, что здесь творится. Ёкарный бабай. Смотрите, сколько травы. Прям в джунглях. Ладно, хоть я перчатки одел. Как будто знал то, что будет такой замес здесь травяной. Ёкарный бабай. Вот она. Начудила. Классно, ребята, есть. Зубастая попалась. Вот она, ребята. Класс. Есть зубастая. Есть, попалась. Супер. Смотрите, где у нее поводок там. Сейчас покажу вам. Где-то вот здесь у нее в пасти. Вон там он. Обычный поводок здесь стоял. Этот металлический. С оплеткой. Сейчас достану плоскогубцы и освобожу ее. В общем, освободил крючок. Здесь двойничок у меня стоял. Я его насадил через спину на рыбе. То есть вот такая вот заметка. И повторюсь, обычный флюрокарбон, а этот не флюрокарбоновый, а металлический поводок здесь стоял. Вот так вот. Такая щука, ребята. Класс, супер. Так, можно взвесить. Вот весы у меня прям здесь. Я думаю, за килограмм она где-то. Кило полтора, наверное, весит. Да. Сейчас я вам покажу. Перчатку надо снять. Вот, ребята. Кило. Кило 200, кило 300 показывает. Вот такая красавица. Супер, ребята, есть. Классно. Зубастая попалась. Так, ну у меня еще время есть порыбачить. Сейчас я еще хочу сходить живцов половить. Еще у меня там пару поставушек стоит, еще поставушки проверю. Так что, думаю, еще что-то попадется, если Посейдон захочет. Но уже то, что эту рыбу взяли, вообще классно. Ну, травы, конечно, травы, ребята, здесь, я не знаю, наверное, в джунглях, в Амазонке то меньше. Смотрите, сколько травы. Я не знаю, здесь только килограмма два травы только вытащил с ней вместе. Это вообще какая-то жесть. И в таких местах, видимо, нравится ей. Хорошее укрытие она находит для охоты, щука. Поэтому вот и поклевывает в таких местах. Так, надо наловить живца мне. У меня живца нету. Окуни закончились. Сейчас вот лунку пробурил. Так-то вроде поклевывает. Несколько окуней поймал. Оп, есть. Думал, будет, не будет на камеру клевать. Обычно как камеру включаешь, сразу перестает. Также вот на такую мормышку ловлю дробинку с бусинкой. Желтый. Так. Вроде 5-6 штук поймал, надо штук 15 наловить с запасом. Пока стайка здесь, надо ловить ее. Есть.
быстро-быстро, пока не ушла. Опускаемся и заново улавливаем. Есть сразу же. Так хорошо, когда вот так вот окунь клюет. Бывает не то, что фиг поймаешь его. Капризничает тоже. Погода классная стала, успокоился ветер, вообще штиль полный. И морозец ушел тоже, тепло стало. Оп, сел все-таки. Вот он есть. Ну, в общем, вот так вот окунь поклевывает. Сейчас живца наловлю и пойду к жерлицам, может там уже сработки будут. Посмотрим. Наловил живцов, окунь сегодня хорошо клевал. Там буквально за полчаса я наловил, сколько мне надо, там штук 20 с запасом. В общем, здесь решил проверить поставушки. Когда вернулся на классические жерлицы, которые с флажками, сработок нету. Я вот решил свои несколько жерлиц, несколько поставушек, которые я поставил, решил их проверить. Сейчас открыл, здесь вот смотрю, этот есть. Смотка. Видите, полная смотка. На трубке нету нитки. Сейчас посмотрим. Оп! Нифига себе она дернула. Нифига себе. Прямо из рук сейчас забрала. Нифига себе. Прямо из рук так дернула внезапно. Есть, смотрите. Как не сорвалась еще. Буквально немного осталось. И все, и сорвалась бы. Видите, как крючок-двойник висит. Прямо вот здесь вот. Я думал, она сошла. Как дернет только я немножко только этот... В руки взял этот поставушку. Классно, ребята. Есть вторая щучка. Попалась. Такая где-то около килограмма. Взвешивать не буду, так на глаз примерно. Классно, ребята. Одна на жерлице была взята. И другая вот на поставушку. Супер. Поседон без рыбы не оставляет. Супер. Классно. Так, ладно, сейчас поставушку переставлю. И еще пару поставушек проверим. Может, еще какая-то щука будет. А пока я это делал, может там на классические жерлицы с флажком какая-то будет сработочка. Погода классная, морозец. Ветра нету совсем. Супер вообще. Так, вот здесь вот есть смотка. Не знаю, вот не смотка, а этот сдернутый с прорези. Только не до конца смотано. Не знаю, возможно, сам живец сдернул. Но я хорошо в прорезь вдеваю, чтобы сам живец... Сейчас посмотрим, вытащим. Может, щука сидит, кто знает. Нет, нету ничего. Живец только. Да, живец и коряга, смотрите, какая. Может, даже и щука дернула и в корек завела. Вот такая вот коряга была на живце. Вот эта щука чудит там, по ходу дела. Не только не попадается, а еще и корягу цепляет на этот. На крючок сажает. Ребята, вот здесь вот вскрыл поставушку. Сдернуто с нитки. Возможно, щука сидит, не знаю вот пока. Не полностью размотан, но сдернут. Сейчас посмотрим. Что-то идет. Что-то идет, ребята. Что-то есть. Что-то есть. Вот она. Есть щука. Есть, зубастая попалась. Вот она. Класс. Еще одна есть. Супер. Так, еще одна зубастая на поставушку взята. Такая же где-то около килограмма. Сейчас освобождать буду. Перчатки не одел. Сейчас опять руки замерзнут. Так, пока вот сюда на лед ее кину. Сейчас будем разбираться. Их перчаточки. Забываю перчатки одевать. И эти резиновые руки замерзают. Вот такие вот пока дела. Третья щучка есть. А эти... Жерлицы с флажками пока молчат. Так, ребята, здесь еще одну поставушку начал проверять. Есть полная смотка. Вероятность большая. Есть то, что там щука сидит. Полная смотка, и куда-то в сторону уходит этот нитка. Сейчас посмотрим.
Может, там щука сидит, да? Посмотрим сейчас. Что-то, да, так в сторону ушла сильно. Видимо, в какую-то корягу, что ли, завела. Потихоньку так вроде выходит. Что-то вроде идет, но не знаю, рыба там еще или нет. Ага, здесь она есть. Есть она. Вот она, ребята. Куда-то в корягу завела, запуталась там. Есть. Смотрите, как двойник стоит. Двойник прям на грани того, чтобы сорваться. Хорошая, кстати, щука, около 2 килограмм. Классная, ребята. Супер. Класс, ребята, есть. Смотрите, какая красавица. Вот постовушки. Постовушки сегодня сработали хорошо. Смотрите, как крючок двойник сидит. Буквально вот, как и у той, у первой щуки на постовушке, которая попалась. Буквально вот здесь вот сидит. Сбоку челюсти. То есть еще чуть-чуть, и она сошла бы. Буквально там несколько миллиметров. Короче, классно получилось. Постовушки хорошо отработали. А эти жалятся, классические, молчат вообще. Ни одной сработки нет. Вот постовушки пока работают только. Вот такие дела. Одну щуку сразу, чтобы дома раковину не засорять сильно. На пруду прям почищу. Очень удобно на пруду. Раз почистил возле лунки. Она пока не замерзла. Ну, в принципе, замерзшая тоже, наверное, чистится. Сегодня хочу пожарить рыбку. Рыбный день сделать. Давно уже щучку хотел жареную покушать. Весь сосульками, короче, покрылся. Вот такая рыбалка классная, ребята, получилась. Всем желаю таких рыбалок. Хочу заметить то, что сегодня дал равный шанс флюорокарбоновым поводкам и обычным поводкам. Но победили обычные поводки. Металлические, флюорокарбоновые, как видели. Ну, там, я не знаю, не было сработок почти. Хотя они всю ночь простояли так же, как постовушки простояли. В основном всю работу постовушки сделали там, где у меня старые поводки металлические с зеленой оплеткой. И вообще сегодня жерлицы вообще не работали. Только вот с ночи там я 3 сработки видел. А в течение дня ни одной больше сработки не было. Вот так вот. Вот такая рыбалка классно получилась. Я поехал домой жарить щуку, которую почистил на пруду. Кстати, очень удобно. Время экономишь, и дома не надо будет потом раковину отмывать. Всем пока. Увидимся на следующей рыбалке, в следующем видео.